Варена забаню. Да, Настя поняла шутку. Но я-то с вами не играл, я не знаю, какие шутки. Это не шутки, это слабо, мудло. Это она так выражает свою любовь. Ага, хорошо. Вот, блин, дух из камера. Да, Назиба забавит. Здорово. Я думаю, что взять Кельтас может. Да, Кельтас. Я нужна этому миру. Так, в принципе, Мефисто покастер. Блин, у них Лимин, у них Джайна, мне что-то хочется Самура взять. Тогда возьми Самуру. Я, наверное, Тайкуса пикну, это последнему. Ну, посмотри, если у них будет два танка, тогда Тайкуса бери, это сами собой. Ну вот я и говорю, пикайте, Самура быстрее нажимай, а то вдруг Тайкуса вдруг я возьму. Да, вдруг кто-нибудь Самуру заберет твое. Моя цель ясна. Что, у них Лимин, у них Джайна, такие вкусные герои. Настя аж взбесилась, когда я напомнил про Назиба. Так, кого бы еще заблокировать? О, за баннер Таниса. Когда у нас не будет танк, иди в жопу. Это какой-нибудь другой танк, серьезней. Я хочу Лилишку заблокировать, то есть я на выбор. Артанис тут хорошо, мне нравится выбор. Просто здесь можно взять урон. Да-да-да, по победе. Ну, типа не по героям, а по всему остальному. И когда берешь три клинка, он наносит ангелу 1500 за секунду просто. Спасибо за лекцию, но я знаю спокойно. Математика урона. 150% охуеть, короче. В смысле 150% о чем? Ну, он там на первом уровне. А, стуков тоже того. Не, ну 150, ну да. А я куда нажал? Тайкуса может быть. Думаю, да, это опасно. Блейза просто так, не разобрать за Блейза. Ну возьми Тайкуса, Блейз жирный. Возьми. Ты уговорил нас на то, чтобы мы согласились дать добро на Тайкуса. Ты умеешь убеждать. Хотя у нас было такое, что мы первыми взяли Тайкуса и враги взяли двух танков после этого. Вот, я просто помню, вот сегодня утром мне прям так счастливилось попасть. У меня три танка. И мы проиграли тогда, просто, да? Просто раздавал просто всем по щам. Это когда мы с тобой проиграли, да? Нет, это еще утром, когда я, мне еще 2 часа назад был перебокат. Ага. Трассер. Я вот только не понимаю принцип действия Самура. Он же создает свои иллюзии. Да, вроде? Ну, я могу телепортироваться на эту иллюзию. Ну, я просто вчера играл против Самура. У него такое ощущение, что у него тени наносили тот же оригинальный урон, как он сам. Не, он наносит мало урона. Он может после любого момента телепортироваться, но это незаметно для тебя. Да нет, я просто спокойно замечаю, кто Самур поведет. Просто из него вот этот вот сверху урон. Знаешь, а если контролить свои вот эти вот иллюзии с помощью, если ты 10 возьмешь талант, то вообще не сможешь отличить. Стратежка начнется. Предпочел взять эти, как их фамилия. Ну, короче, крутящиеся клинки или как? Да, я их никогда не беру. Вихрь клинков. Я беру это, мастер иллюзии, у него там дэшка быстрее восстанавливается, урон немножко больше, и можно контролить иллюзии. Ну, я тоже иллюзию. Просто если ты вот это вот сжимаешь вверху, сразу в себя палишь, типа, даже если у тебя там или рядом. Ну, на мастер... Да я ни разу это не брал, так что я не знаю. Вихрь клинков на 20 уровне можно, чтобы иллюзии тоже использовали, и они втроем начинают с вихрем клинков носиться. И почему из всех вас... Да, конечно, нет. Ну, я не знаю. Кстати, да, Вестер. И, кстати, что-то, не знаю, вот Вестер в прошлой игре у нас вообще экстремал. Какой-то липовый немножко хиллер. 10 секунд. Кто, Анна? Ну да, в прошлой игре был. Ну да, там нужно уметь за нее играть тоже.
Нет, ну, я помню, вот сейчас прошлая катка была, мы его просто буквально по три раза за всю катку спасли. Он там бегал от дырки. Да-да-да. Так, с этого дырки снили? Это не так уже. Мне немножко не повезло. Ничего-ничего. Главное, чтобы кто-то сейчас ушел на топ. Там уже есть на топ. Ой, я улыбал, Вот так вот, да. Они просто впятером стоят, но мы с двух линий сейчас пособираем больше. Это ж первый уровень только. А, ну да, я забыл. Серьезно, оно уже бомбануло этой херней? Пиздец, оно уже бомбу, блядь, такое накатило. Офигеть. Пусть ее накапливает. Дайте. А, да, кстати. Кстати, да, вот там это. Там же видно эту тучку. Блейз, потому что рассчитывает время, когда я, получается, назад телепортируюсь, он сразу мне бычка дает, чтоб я встану. А там любой может рассчитать, там легко. Управление своими днями. Чтобы ты мог телепортироваться, это понимаешь, что уже все умные, разумные стали, и все понимают, как надо работать. Там, видимо, таймер показывается ему, когда я вернусь на место. Нет, не показывает. Там нет таймера, там можно легко рассчитать. 2.5 секунды. Блин, вообще это... Блин, вообще как-то странно. Мы, кстати, по опыту опережаем. А у нас потому что Артанис все время собирал. Да, Артанис молодец. Я вот-вот буду на месте. Как и мой брат. Подстава какая-то. Не, сколько урона на этом? Мало? Чё, там где вообще урона? Нет. Извините, народ, я что-то это немножко клёп. Нормально, так я думаю. У меня просто что-то... Я что-то звоню в дверь. Это ты открываешь им или нет? А? Наверху Блейз. Да, вряд ли вернётся. Будьте аккуратны. Да погоди. Блин. Я мог подойти, блин. Чисто, блин. Блейз приближается. Моя воля не выпадет. Наконец, у нас все там. Идешь? Да, нормально уже забрали эту чувачку. Танк я не брала вот этот урон, потому что как вот бы я потом. Смотрю, что у тебя что-то не получается. Так потому что я взяла на щиты, потому что ну и нахрен у них Блейз, а я Артанис, ну как бы типа блин, тут надо. Поэтому ты в замесах не участвуешь.
Зато я опыт зарабатывал, иди нахрен. Ты взяла клинки, чтобы драться с героями, и при этом стояла на линии без героев. Я тебя не слышу. Зато у нас есть бессмертный, у него фулл щиты. А я сейчас его быстро разберу. Да. Ну, первого всегда быстро. Ну, пошли его оборонять. Тейси самый опасный противник. Я специально для нее взял защиту от кинетического урона. Анна, блядь! Такой незрячий. Давайте быстренько. Я дальше опасно уйти. Сейчас надо... А смотри, как хорошо забирается. Да шикарно. Просто шикарно. Я пойду против дуэль. Воюю. Дуэль. Сейчас, если стуков не уйдет, оттуда я ему тоже немножко режу. Хотя к этому моменту отхилисай, бабка. Бежать. Все, быстро, блин, закончился Блейз. Нормально, что немножко такое? Побили, попугали, убежали. Что ж так не проха такая? 5 секунд и все. Трепещи перед моим гневом, демон. А, блин, ну это прикольно, ничего сам помещаться между этими днями, просто убежать не нужно. Оставив темп, не убежать. Все, мастер иллюзии есть. Нужно ей пошить. Блин! Дайте Блейзу сбежать, ёпта. Уж подумай, мне тут убежать. Я смотрю, жду, пока бабка меня расстреляет немножко. Бабка? Бабка, стрельни в меня! Спасибо. Когда нужен хил, срочно бабка стреляй. Бабка стреляй. Я должен сменить позицию. Кстати, док, там это бутыля, давай. А тут давай. Бабка стреляй, дед, пари самогон. Противник убит. Я что-то за один. А, блядь. Честно, Фистул. Да. Бабка, блядь! Кахила! Ты что делаешь? Ой, я немножечко подумал, что я бессмертный. Я не бессмертный, у меня нет других способов отхилиться, кроме как от бабки, либо от фонтанчика. Я смотрю, меня что-то долго не убивает, я думаю, может, это уже не могут меня убить? Анна, назад! Я не хочу спасать твою жопу дважды. Никому не спрятаться от владыки ненависти. Спасите. Help me. Help. Блин, что-то у нас хп осталось вообще.
Да, там фишка КП осталась у этого жестика. Давайте, Арканис, добей там клинками, или чем-то. Фистель тоже тебе. А, я сейчас умру! На харизму давай его. Ангелы улыбаются. Изи просто. Ну, Блейс нормальный такой, он меня постоянно глушит. Она в дую? Вообще ватные пацаны. Нужна манна. Я пожалуй, пожалуй, друг. Бабулька назад. Дела, Артанис. Превосходно. О, сделайте трап для этого, для этих двоих трап сделай. На, Блейс вышел. Какой типа здрасте. Я немножко не ту кнопку врубил. Вот в чем прикол. Вот так надо. Я херал уже. Спрашивается. Какие-то же жесткие. Это слишком жесткие. Эй, Мефисто, ты чё? Чем ты тут? Очищу этот мир от твоей скверны, отродье тьмы. Короче, единственное, я знаю, это нужно Артанису на мыло. Что? На мыло пустить тебя надо. Куда ты убежала, я не понимаю. Может, потому что нас вверх чуть не вынесли, нет? И ангелы появились. Я ничего не знаю. Вот, бля, лучше бы тут был бы этот импульс, который отключает автоатаки трейсер в контре, так. Никогда не понимал этого лазера. Да все, бля, Бубик, можешь даже не стараться. Ой-ой-ой. Тричка мочите. Кристальной арки не угас от моего гнева.
заплатит за свои грехи. За 3000 что-то бегал, типа куда? Ну. Почему-то сразу по уровню бегал. Почему надо на меч мой не напрыгнуть? Было бы быстрее. Лучший игрок. А хорош пулемет. Со снайперским прицелом. Чтоб не промахнуться. Но он все равно стреляет от битва. Ждем. Можно начинать. Эпическая награда.